Всем привет, дорогие друзья, с вами Санек. Сегодня мы с вами продолжаем проходить Castlevania Rond of Blood. Третий уровень у нас с вами идет сейчас по счету. Если кто не видел, первые два уровня мы уже с вами проходили. Сейчас вот ссылка вверху появляется, можете посмотреть. Ну а я начинаю проходить третий уровень. Тут, ребят, как видите, копьеносцы появились. Как вас убить-то? Так, надо запоминать их атаки. Блин, смотрим, как он бьет. Выпад вперед делает, потом, как вы видели, он бьет с разбегу. Такой сильный дальний удар. Аккуратно, аккуратно действовать. Сверху вот противника замечаю. Оп, он может вниз ударить, кстати, обратите внимание. Так, этот что? Так, а этого надо как-то достать. Какие-то... А, я понял, кстати, смотрите, если его постоянно бить, он начинает блочить удары, но и пропускает одновременно урон. Так что все нормально. Так, отходим от этого. А? Хорош. Есть, этого завалили. Надо сбивать все подсвечники, собираем сердечки. Нам надо какое-то оружие. Как вы знаете, могут вот с таких вот углов, если их пробуйте ломать, может выпадать какие-то бонусы и так далее. Там может быть сердце выпасть или какой-то, ну я не знаю, даже кусок мяса. Так, в предыдущих уровнях так было. О, нашел, смотрите, проломал стену, нашел сердечки. Отлично, отлично. Поднимаюсь наверх. Кто у нас тут? Так, еще один парень с пикой. Аккуратно, не будет, я подставляться не буду. Так, чувак, иди сюда. Ждем, пока он... А, ударил, отлично. Теперь запрыгиваем, идем дальше. Там вроде были бошки. Да, бошки. Надо бошки сразу убивать. Насколько я знаю, я могу уничтожить тот огонь, который они выплевывают. Но когда они дышат огнем, то вот тут уж извините. Близко нельзя к ним подходить. Да, просто этих ребят убивать легко. Смотрите, просто вперед идете, бьете, пока он пытается вас блочить, урон по нему проходит. Нашел кусок мяса, заметьте, курятина была. Так, тут какие-то странные акробатические скелеты. Веселые ребята. А, они еще своими костями кидаются. Ну, веселые ребята, как я посмотрю. Так, забираем сразу. Двое сразу сдохли. Интересно. Надо убивать их, убивать, потому что получить кость в затылок довольно больно. Аккуратно, аккуратно иду. Так, черт, они меня окружают. Надо просто бежать. Я просто убегаю. Не-не-не, драться с такой толпой. Тем более, если там будут лететь во все стороны кости. Но я не хочу. Честно скажу, я не хочу. Так, тут как... Ага, здоровый такой скелет. Ой, вот все началось. Тут аж три башки. Как их уничтожить, не понимаю. Бью, и скелеты сзади. Быстрее бежим. Есть, все. Скелеты самоуничтожились, а я прохожу дальше. Смотрим, ребят, что здесь у нас. А здесь у нас есть перила. Я вспоминаю, что здесь должны быть, да, вот эти противные чуваки. Ой, какие же они мерзкие. Ай, ненавижу. В каждой части были такие, ну, по крайней мере, в Симфонии ночи, в Кастлвании были такие ребята. Они меня раздражали просто своими... какими-то, я не знаю, рандомными прыжками, от которых, которые трудно предугадать. Но их можно вот подловить, когда они с перила спускаются, вот так вот быстрыми ударами, постоянно-постоянно. И в прыжке можно их, кстати, нейтрализовать. У меня осталось меньше половины хпшек. Блин, очень плохо. Запускаю книжку. Книжка, кстати, удобная. Она два раза атакует двух противников, ну, по разу одного противника и самонаводящаяся. Очень, кстати, клевая вещь. Так, проходим здесь. Так, ой, нет, это же головы медуз, как я их ненавижу. Ой, я всегда их не любил в любой части Castlevania. А, все, я сдох. А, первая моя смерть, ребят. Набрал 30 сердечек и проиграл в итоге. Ладно, поднимаемся дальше, пытаемся еще раз пройти вверх через данные препятствия. Убиваем этих горбунов из Нотр-Дама, наверное, как-то так они правильно называются. Так, уже троих завалил, движемся потихонечку. Я думаю, сейчас все получится. Так, надо забрать, кстати, здесь книжку. Это очень клевая вещь. Она меня будет выручать. Самая наводящаяся книжка, это же здорово вообще. Вот, смотрите, первый горбун уничтожен, и второй сразу же. Я, в принципе, даже особо не наводил на него ничего. А она сама залетает и убивает их. Поднимаемся наверх. Опять сейчас пойдут у нас головы медуз. Так, аккуратно. Ага. Блин, зачем я это сделал? Надо было просто... Ну ладно, неважно. А вот тут уже все серьезно. Надо запускать книгу, иначе они меня просто тут разорвут в клочья. Так, успеваю убить. В прыжке. О, успел. Это мне повезло, просто увернулся. Так, о, курятина! Невероятно просто. Уничтожаем каким-то амулетом всех противников, которые находятся рядом. Забираю курятину, идем вперед. Опа, мини-босс какой-то, ребят. ХП я его не вижу, но явно он здоровенный и мощный. Сверху него какой-то колокол. Эх ты, вот это удары у него длинные какие. Да, дистанция у него... Еще... Да, блин, серьезно, он меня достал еще раз?
Когда же он умрет-то? Довольно много хп у него. Ну все, вроде погиб. Я слышу колокол, выпадает кусок мяса. А что, неплохо. КПшки я пополнил почти полностью, великолепно, идем дальше. Какие-то свечи, продолжение уровня или будет босс? Нет, босса я здесь не наблюдаю, идем дальше. Ой, нет, появляются черепа. Я помню эти черепа из предыдущих частей. Довольно крепкие, убить их так просто сразу не получится. Минимум два удара, но все равно, в общем, надо бежать. Нет, он же меня еще может скинуть здесь. Черт, здесь появляются копьеносцы. И, конечно же, есть провалы в земле, из-за которых я, наверное, сразу умру. Я еще куча черепов. Нет, я запускаю книгу, надеюсь, что она с ними справится. Не понимаю, что происходит, хп мало. Держись, дружище, быстрее, убиваем быстрее копьеносца, бежим от этих черепов. Пытался его ударить, ну, как всегда, не получается. Это что такое? Ха-ха, горбун с Нотр-Дама упер мою книгу. Вот это подстава, а что это за лифты такие непонятные? И что делать? Короче, я что-то не понял. Ладно, если ребят кто знает, что с этими лифтами делать, напишите, пожалуйста, в комментариях, а я перехожу дальше. О-о-о! Такие комнаты обычно у нас появляются перед боссами. Поэтому нам нужно собрать здесь все, что есть. А это же... Оп-оп! Вот это кусок мяса, вот это я понимаю. Вот это круто! Все мои хпшечки сразу восстановились. Интересно, какой будет босс, вот что самое главное. Надо собрать побольше, побольше собрать, надо сердечек. Так, крест выпал. Круто. Крест, в принципе, тоже неплохой, делает суперудар. Довольно мощное оружие получается. Нам надо собрать минимум 15. Да, вот у меня есть 16 сердечек. Сейчас посмотрим, что там будет за босс и как его завалить. Так, идем пока потихоньку. Забираем еще... Так, здесь деньжата. Еще одно сердце. 17 того я собрал. А, ну ладно, пошли глянем, что там такое. А ну-ка. Кто же у нас тут будет? Эх ты, дверь вышибла. Кто-то серьезный, походу. Ребят, это Минотавр. Если кто играл в Castlevania Симфония Ночи, вспомните. А, вот оборотень, которого мы убивали в втором уровне, и Минотавр, они встречаются как боссы в Симфонии Ночи, только они бьются вместе. Здесь они пока поодиночке. Очень круто, конечно. Так, а он... Что-то я не понимаю, как мне его убивать. Довольно опасный. Слезаю, начинаю бить. Замечаю, что, в принципе, после нескольких ударов он начинает отскакивать, получает такой небольшой стан. И отлетает. Это очень круто. Кидает камни в меня. Вот скотина. А что такое? О-о-о-о! Врезался бедняга. Так, дадим ему еще немножко пару ударчиков. Хорошо. Опять ускоряется. Но тут я уже просто не понимал, что делать. Почти убил его. Так, ребят, смотрите. Опять мы появляемся здесь. И теперь я понял, как его правильно убить. Нужно, как только он появится, я так думаю, надо сразу его бить. Бить бесконечно. Постоянно. И тогда, в принципе, урон будет нанесен ему большой. Как только он появляется из дверей, сразу наносим урон. Наносим урон, потом применяем, конечно же, наш супер-крест, который тоже нанесет ему дофигище урона. Ну и продолжаем потом его просто бить. Я думаю, надо просто сближаться. И постоянно его станет, наносить урон. Да, он нанесет нам какое-то количество дамажки, но это не страшно. Поехали. Ну-ка, давай, иди сюда. Вон, тактика. Ну-ка, пошла моя тактика. Отлично, отлично. Сейчас мы его поджали. Смотрите, неплохо получается. Да, то, что я как думал, так и получилось. Запускаем суперкрест и продолжаем колотить его. Просто действуем на урон, просто в наглую. С помощью креста мы уничтожили все его камни, которые он нас кидал. И все, в принципе, ему осталось нанести буквально один удар. Он умер. Отлично. То, что происходит. Это его предсмертный удар. Эх, хороший он мне урон нанес в конце. Так, ну все, мы его завалили. Отлично, третий уровень у нас пройден в Castlevania Rondo of Blood. Очень крутая игруха, ребят, советую к прохождению. Ну а на этом у меня все, ребят. Если вам видео понравилось, не забывайте поставить лайк, если кому интересно, подписаться на канал. И, конечно же, пишите в своих комментариях, нравится ли вам такая игра или нет. Ну а мы с вами увидимся в следующих выпусках по этой игрухе. Дальше будем проходить следующие уровни и биться с интересными боссами. Еще раз, всем пока.